попадаю. Но вот уже с Нового года, вот этого года, 17-го, то есть вы хоть раз пользовались этим видом транспорта, 83-й маршрут? Да, и они сказали, что уже не будет пенсионеров водить бесплатно. Когда они об этом сказали вам? Ну, примерно. Месяца два. То есть вы попытались войти в автобус? Я вошла, они да. Меня взяли бесплатно, но говорят, запомни вот это. Бумажку там, что ты пенсионерка, ты такая, ты это. И взяли они мне, правда, 50 лет, но предупредили, что уже надо идти в СВС, записываться, брать какую-то бумажку, чтобы... Может, я бесплатно. То есть дополнительный необходимый был документ, удостоверяющий, что вы имеете право ездить бесплатно, да? Но с тех времен вы его видели или не видели этот маршрут? Нет, не видела.